یارمارکی بین الخلقی، لایه‌های اجتماعی فرهنگی، مکالمه‌ها با زبان روسی به طور آنلاین در دانشگاه دولتی خوجند به نام آکادمیک بابوجان غفوروف برگزار گردید. در یارمارکا از طرف آموزگاران روسیه زیاد از 10 لایه‌های اجتماعی معرفی کرده شد. این لایه‌ها توجه به زبان و فرهنگ روس در روسیه و خارج کشور نگرانده شده است. مؤلفین این لایه‌ها آموزگاران مؤسسه تعلیمی تحصیلات تا مکتبی عمومی الهوگی، دانشجویان، اسپرانتون، کارمندان فرهنگ کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل و کشورهای اروپا میباشند. لایه‌ها از طرف دیگر آموزگاران دانشگاه قزاقستان و دانشگاه دولتی خوجند بررسی کرده شد. Ярмарка проходит в два этапа. На первом, дистанционном, был организован сбор проектов образовательной и просветительской направленности, содержание которых связано с распространением русского языка, культуры, русской литературы и образования за рубежом. А также был осуществлен отбор и включение проектов-победителей в каталог второго этапа ярмарки. Из более чем 20 поступивших и зарегистрированных проектов организационный комитет выбрал 14. در تالاری دانشگاه دولتی خوجند به نام آکادمیک بابوجان غفوروف ملاقات آموزگاران از دانشگاه عالی روسیه و قزاقستان با آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند به طور آنلاین و چهارابینی پیوست شدند. مقصد از تشکیل این ملاقات انکشاف دادن مناسبت‌های دوستانه و تبادل تجربه های همدیگر می باشد. Сегодня на этой выставке, во второй этап выставки, прошло множество педагогических находок, находок активное чтение, методика преподавания русской литературы, образовательные возможности детских оздоровительных лагерей и многое другое. Коллеги, сегодняшняя встреча – это, безусловно, событие. Желаю, чтобы каждый из нас получил сегодня ответы на свои вопросы, ответы на те моменты, ради которых мы сегодня объединились здесь. И, пользуясь случаем, приглашаю вас продолжить обсуждение тематик русского языка к нам в Россию, в Вятку, в настоящую 20-градусную зиму. Ярмарки байналхалқи, лоиҳои иҷтимоии фарҳанги, муколамаҳо бо забони русӣ бо дастгирии вазорати маорифи русия баргузор гардида, ташкилкунандагони он муассисаи хусусии таълими маркази технологияи иттилоотӣ дар соҳаи маориф, дониш, донишгоҳи давлати Вятки, русия, донишгоҳи миллии омӯзгории Қазоқистон ва донишгоҳи давлатии Хуҷанд мебошанд. Дар чорабинде, ки ба таври онлайни баргузор гардид, устодони донишгоҳ низ сухан ронда, оиди таърих ва фаъолияти донишгоҳ маъруза карданд. Последние 15 лет Худжанский государственный университет имени академика Бабуджана Гафурова принимал участие в программах Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus Plus, Tosca, Maneca совместно с европейскими университетами и партнерами из стран Центральной Азии и России, реализовал более 20 проектов, которые представляют университету возможность войти в единую образовательную систему высокого качества. Ҳадафи чорабини мазкур рушди робитаҳои дӯстона байни шаҳрвандони Русия, кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Аврупои ғарбӣ мебошад. Дар ярмарки мазкур беш аз 15 нафар ширкат варзиданд. Гузоришчи Насибҷон Абоев ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.